нужно вовремя предложить. Можем мне делать вторую половину? Сейчас, подождите, расслабляйтесь. Вдох. Вот и подвиг совершенно. Это не по контуру, это в толщу посередине. Вот асимметрия немножко вот сюда чуть-чуть хочется капнуть, да, немножечко вывести. Сейчас, чтобы я вас не задела. Это по комиссуре, чуть под углом, не совсем перпендикулярно, а под углом ребра жесткости. Вот так. Довольное выражение лица, когда либо горизонтально, либо чуть-чуть вверх. Если опущен вниз, все, уже какие бы большие губы ни были, она будет унылой и недовольна. Скажите, пожалуйста, а пациент ли филлер в губах? Есть у вас филлер? Нет, у нас ничего. Нет, да, естественные губки, да? Так, открываем чуть-чуть. Красота естественная. Смотрите, прошло 5-7 минут, да? Совсем другая картина. Поэтому, когда вы работаете конюлей, никуда не торопиться, никуда не спешить.